Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как сделать своими руками крепление камеры GoPro на голову. В магазине такое крепление стоит от 225 до 500 гривен. Сделать же его своими руками обойдется всего 15 гривен. Для этого нужно купить в магазине 80 сантиметров тесьмы шириной 30 миллиметров, 1 метр плоской резинки такой же ширины и 2 пластмассовые защелки шириной 32 миллиметра. За все это я заплатил в магазине тканей 15 гривен. Желательно иметь дома швейную машинку. Основу крепления составляет пластина размером 55 на 55 миллиметров, которую я вырезал из дюралевого листа толщиной 2 миллиметра. По краям пластины с трех сторон я сделал прорези для крепления тесьмы и резинки. Прорези высверлил сверлом 2 мм с последующей их зачисткой надфилем. К пластине крепится горизонтальная платформа с скотчем, на которую устанавливается крепление защелка вертикальное. Эти детали входят в комплект камеры. Для большей надежности горизонтальную платформу и крепление защелку соединил с дюралевой пластиной винтами с резьбой М3. С обратной стороны пластины приклеил тонкий слой поролона для комфорта. Все остальные детали делаем по месту с учетом размера головы. Часть крепления вокруг головы, примерно 40%, я сделал из двойной резинки. А остальные 60% из тесьмы. Между ними установил защелку, которая позволяет регулировать натяжение. Кроме того, резинку я использовал для крепления под подбородок. В стандартном креплении его нет. Но необходимо при быстрой езде на велосипеде, мотоцикле, водном скутере и тому подобное, чтобы предотвратить падение камеры от ветра. Для удобства регулировки натяжения я здесь также предусмотрел пластмассовую защелку. Помещаем камеру защитный чехол бокс или в специальную рамку и соединяем с креплением при помощи специального винта. Одевается крепление на голову в один прием. Камера готова к съемке. Размещать камеру на голове удобно при съемке с велосипеда, мотоцикла, водного скутера, на рыбалке, охоте и тому подобное. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. Всего доброго! Будет еще много интересного.